ရုရှားနိုင်ငံသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာရုရှားနိုင်ငံကုန်းဆောင်ရွှေတံဆိပ်ဆုရှင်အိုလံပစ်အားကစားသမားများကိုမော်စကိုမှာရှိတဲ့ခရမလင်နန်းတော်မှာဂုဏ်ပြုဆုများချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Не просто было нашим атлетом в Рио. Накануне соревнований сборная была урезана почти на треть. Как настоящие бойцы не поплыли, не сломались, а боролись и побеждали. Решение о дисквалификации наших паралимпийцев вне права, вне морали и вне человечности. Это просто цинично отыгрываться, срывать злобу на тех, для кого спорт стал смыслом жизни. На тех, кто своим примером дает надежду, веру в свои силы миллионам людей с ограниченными возможностями по здоровью. ဆလပီရွှေစိတ်ဆုရအားကစားသမားများကိုသမ္မတပူတင်ကတူဦးချင်းစီဂုဏ်ပြုပေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ Чемпионы игр Олимпиады под дзюдо